Всем привет, с вами Сипро, и сегодня покажу вам, как установить моды, текстуру паки, шейдеры в Minecraft Pocket Edition. Но для этого нам понадобится блок лаунчер, ссылку на которую я оставлю в описании. Но после того, как вы установили блок лаунчер, нам нужно найти гаечный ключ. Тапаем на этот гаечный ключ, у нас открывается меню, после чего находим вкладку настройки BL. Это означает настройки блок лаунчер. Первая вкладка — это текстур пак. Здесь мы можем установить наши собственные текстуры или текстуру мода, которые просто обязаны вы установить, чтобы у вас правильно работал мод. Но сейчас я установлю именно текстуру. Но я ее выключу. Также, вот как видите, мы можем ее просто взять и выключить. Дальше идет безопасный режим, который отключает все моды и текстур-паки. Патчи. Это сюда устанавливаются, так сказать, читерские моды. И это аддены, которые устанавливаются как игры. И мод скрипт. Это моды. Самая главная роль, так сказать, самая главная кладка в этом был клаунчер. Ну, вот так мы просто берем мод, у которого должно быть разрешение из, и перезагружаем блок лаунчер. Но я сейчас удалю этот мод, чтобы он нам не мешал. Вот. Но если у мода есть текстурпак, то вы должны его обязательно установить, так как у мода, ну, мод просто не будет работать, либо у мода будет прозрачный, так сказать, мобы или кто-то еще. Если мы нажмем сюда и добавим цифру 0, то у вас пропадет кружок, который появляется при нажатии в самом Майнкрафте. Ну, чтобы все вернуть обратно, вы просто стираете 0. Дальше идет прозрачная кнопка настроек. Это, то есть, у нас пропадает гаечный ключ. Мы просто не будем его видеть. И здесь у нас всякое такое блок лаунчер. Вот здесь нам объясняет, для чего он нужен, кем он создан, как он создан. Ну, в основном, это просто обычная информация, которая бывает в каждой почти программе. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.